В День памяти и скорби в республике вспоминают героев войны. В Чебоксарах прошел мотопробег в память о тех, кто сражался за родину в бою, кто ковал победу в тылу. Старт мотопробега в Мемориальном парке Победы в Чебоксарах на изготове более двух десятков мотоциклистов. И вот он, торжественный момент. Впереди у мотоциклистов километр пути. Маршрут лег таким образом, чтобы охватить памятные места и побывать на месте будущего мемориального комплекса около села Байгулово Козловском районе. У каждого из участников своя семейная летопись. Прадед Алексей Юркова в 42-м году пропал без вести на полях сражений. Сегодня мы совершим мотопробег в Байгулово, в село Байгулово Козловского района. Этим мероприятием мы хотим почтить память наших предков, которые трудились, не покладая рук, и все делали, чтобы мы жили на этой земле, отстояли родную землю. Напомним, в этом году республика отмечает 80-летие трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. К концу года в Козловском районе появится мемориал в память об этом событии. Сегодня здесь прошел митинг «Реквием». Наталья Мальчикова, Дмитрий Макаров, Республика.